дорогие друзья, это снова Альберт и Вовчик. Добро пожаловать на канал Playtime. И мы продолжаем проходить эту забавную игру Лего Star Wars. Сейчас Star Wars. Мы ищем убийцу. Да? Точнее, убийцу-убийцу. Убийцу-убийцу. Кто-то кого-то убил. Эпизод 2. Нападение клонов. Часть третья. Фабрика друидов. Дроидов. Это кто? Это мы? Нет. Да-да-да. Точно, мы. Вот он, крылатый. Крылатый друг. Это убийца-убийц? И кто-то... Прык! А вот и я. R2, пошли. Че сидишь? О. Связь со спутником. Это же наша... А, вон же, королева наша. О, какие, о, какие у нее ногти. Айфона не хватает ей. И на АУ ВКонтакте. А что там такое? Это он мечтает. Нет, это не мечтает, это там кто-то... А, это они сейчас за мной поедут, за нами точнее. Это наш супер-пупер корабль, как это вы помните, вот мы сейчас Бугатти. Мурате, тьфу ты, Мурате, в Марсе же. Вот она, смотри, красавица какая, это ты или я? Нет. Открой, нет, 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 говорит, не надо. А что? Пим-бим. Да ладно, умничать тебе. Все так было просто, да? Эй, шли уж, мужики. Ничего вы без баб не можете. Так, я мужик. О, а я баба. Тогда я тем более люблю золото. Ой, баба, давай стреляй. Ты куда стреляешь-то? Я буду отбивать. О, молодец. Дайте мне сердечко. Знаете, я вам денежки буду давать. Давай стреляй, я буду отбивать. Блин. Чё ты плохо отбиваешь? Смотри, опять. Опять я всех перебил, да? Ну блин, я тебя защищаю, ты убиваешь. Ты суть не понял, что ли? Девушка с гранатометом. Стой! Стою. Ай-яй. Да не очкуй. Нам походу вниз. Мне-то можно. У меня теперь железная отмашка, но я уже девочка. Ух ты, какие золотые монеты. Против. Блин! Стоп. Я все монеты, да блин, собираешь и все. А! Я под прессом прошел. Я тоже. А ты нет. Да ты подожди меня! Как ты пош... Блин, я задел и умираю. Все. Опа. Дал, а я отбил. Блин. Ты стрелять будешь, нет? Я должен все делать. Я не вижу, подойди сюда. А, туда можно заходить, что ли? А здесь что, робот типа должен? Что-то отключить. Ты его слышишь? Я его слышал только что. Робота? Да. Да пошли, ты не робот же. Ну я же девочка. А, блин. Побежали, побежали, побежали. Ты чё своих-то? Вот же он. А ты говоришь, я его, говорит, слышал. Ну я говорю, я услышал. Истина где-то рядом. Так. Просто прыгнул. Ты чё сделал сейчас? Я просто прыгнул. Ты просто от меня сейчас вытолкнул. Я ничего никого не толкал. Пока. Хорош там монетки собирать, иди сюда. А чё я тут? Я чёрный плащ. Я-ля-ля-ля. Опа-на. Вот так вот, в принципе. Это ты. Давай, иди прыгай. Меня спасешь потом. Как? Чё там? Свободная игра подразумевает, что вы можете играть в любой уровень любым открытым персоналом. Меняй на робота. Во. А я чё должен делать? Всё нормально, не переживайте. Ну вон же там нажми. Куда ты? Чё ты делаешь? Я же нажал. Нет. Отсюда летит. А. Здесь ходить что ли можно? Блин. Чё ты нажал, я не пойму. А, вот что нажал.
все нажал, все готово. А сейчас что? Он поднялось что-то. А, вот он сюда перемещается. Чан, Чан. Куда он ушел-то? Что дальше? Короче, я вот этим чуваком пойду. Вот он. Пришел опять, что-то сделал. Фух! Давай направо чуть-чуть. Сейчас я полечу. Может, вниз надо? Нет! Вот, я долетел, есть! Вы? А мы? А вот пацан. О! Прыгай туда! Да, точно. Все, проехали. Да нет, не проехали, я остался. Теперь я хочу полетать. Ты не упал? Я не упал. Я не упала! Вон туда прыгай, наверх. О, малорик. Ну так ты сомневался, что ли? А тут? А здесь роботы, наверное, надо, да? Нет. Думаешь? Что он там делает? Ничего не делает. Да блин, ты зря слез, тебе надо было поверху идти. Вот это что такое? Вот. Ой, извини. О, я кнопочку теперь приделал. Теперь я в нее должен стрельнуть. Точно. Блин, не вовремя меня убили. Чего? Так. Иди сюда. Камикадзе. Камикадзе. Опа. Блин. Вот это что падает? Да я не знаю. Тут нужна твоя помощь. Иду. Броня. Хаджиме. Ну ты что делаешь? Да ты опять? Блин, вообще. Блин, вот и все. Че я туплю? Я же могу сразу прыгнуть сюда. Сейчас приду. Хаджиме. Хадж. Нет. Удар сделай. Вот такой вот. Вот. Так и я смогу теперь. А вот здесь робот нужен, да? Да. Ага. Нам может выше? А может нам вот сюда вообще? Точно. Вот мы сколько времени потеряли. Где? В Караганде, да? А здесь куда? А вот же. Вот именно. Да. Да. А я? Все понял. Хоч! Робот! Поехали. Симсалабим, дверь-ка откройся. Долго над нами смеяться, конечно, еще будет. О! Это же этот чувак в бикини. Только он желтенький. А я? Хорошо, когда умеешь летать. А я? Я что-то подобрал, кстати. Я-то не допрыгиваю. Ты мне что-нибудь дашь там, не дашь? Я не знаю, а что тебе дать? Ладно, я там в робот селюсь, пускай он сам выбирается. Пошли, пошли. Не, так хорошо, в принципе. Пожалуйста. Симсалабим. Ты не попадай в него. Хрен там. Направь все нормальное русло. Нет, там другой нужен. Ну тот урод, этот нужен. В бикини, который бегает. Опа. Ну-ка вон ту кнопочку-то. А как я туда залезу? Не лезь туда. Утонул я. Давай обратно. Утонул я. О! Блин, а он прыгать не умеет. А что он умеет? Да он ничего не умеет. Он просто ходит. Он просто ходит. Во! Я его видал?
как выкинул. А дальше как ты его будешь кидать? А я откуда? Давай просыпайся. Сюда дойду сейчас. И чё? И всё. Давай иди сюда. Иди вот сюда, вставай. Это просто издевательство над роботом. Вот дело, нам придется еще какую-то головоломку решать. Ну куда прилетел-то? Я все-таки хочу допрыгнуть вон до этой. Ты сейчас падать будешь. Ну не стоять же нам просто так на месте. Я понял, ну давай как бы вот тут с первого начнем. Здесь, походу, дело что-то пропустить. Ничего мы здесь не могли пропустить. Ну как не могли? Он туда не может допрыгнуть? Да вот же точно, вот же, сюда он может допрыгнуть. Вот тебе и кнопочка. Во! Вот всему вот. Тебя учить надо, а? Сейчас мне этого крендель надо перекинуть. Блин. Скинул, а не перекинул. Блин. Так-то она уже ушла. Убери вот этого. Сторону ты его кидаешь. О! Так, давай ждать теперь ее. Она придет? Придет. Она уже 5 раз уходила. Здрасте. И все, да? Че, не идешь что? Что-то как-то нет. О! Ты ее сам меняешь, что ли? Ты ее сам переключаешь? Да. А, вот. Я упал. Подожди, не переключай только. Ух ты, где-то далеко появился. Ух ты. Давай по веревке. Как всегда, короче. Тарзанка. Это надо тебе так каждого, короче, перевести. Да сейчас сделать мне больше ничего. Возьмем вот этого кренделя. Пошли давай. Вон он сам прилетел. Ой. Ай, тебя ждать. Это хорош так. Ох, наконец-то мы где-то в очень хорошем месте, где много тараканов. Вот это уже интереснее. О, уже экшен блокбастер. Да-да-да. Синенькие-синенькие монетки, синенькие монетки. Дают много золота. Чё они? Да смотри, сколько. Сердечко. По ходу дела логово. Этих летающих каких-то тараканов. Получается, что так. Крылатые, как муравейники прям. Ну. Значит, скоро должна появиться свиноматка. А, муравьиноматка. Свиноматка. Тебе наверх, чувак. Я туда пошел, а вы оставайтесь. Свиноматка. А, ты, наверное, там что-то должен сделать. Да я вообще-то так-то шел, ты что-то куда-то взял меня там это. И? А, я типа построить, да, должен? И? Я не допрыгну. И я. А, я все понял. Блин. Роботом, что ли? Да. Он же у нас летун. Блин. Или я могу сам? Ты не тот робот. А не, я да... Прыгай! Давай-ка ближе к центру теперь. Блин! Там ты, да? О! Добро пожаловать!
Да что ты будешь делать с этой лавой? Она тебя так и манит, так и манит. Интересно, как ребенок здесь должен играть? Я думаю, очень просто. Давай бомби их, бомби. Да я сдох уже. А я нет, да? Я пойду пока робота возьму. Вот он шмаляет, слушай. Да не этот робот, другой робот нужен. Не видишь ли сам? Я робот, иду вам помогать. Я включил вам программное обеспечение. Вы готовы? Ты чё молчишь? Джедай забрал. Теперь мне тёлка ходить, да? Как тёлка. Будем ходить роботами. Здесь чё? Парарам, парарам, парарам. Сим слабим. И всё ж? И чё мы включили? Что-то там он едет, я не пойму. А, о. Что-то давай колдуй. А, это, наверное, колдовать. Блин. Отойдите. Ты тоже отойди. И я отошел. О. Офигеть. Чё, запрыгивайте? Ты девку взял? Да. И чё, дальше? Прыгай. Да, фигня, короче. Пошли дальше. А, нет, здесь не пройти же. А, вот что надо было тебе взорвать, надо было стрельнуть. Чё-то включить. Чё-то включил. Это, короче, монетки собираешь. Ты, главное, вон тех зомби мочи, которые эти... В оболочке, так сказать. Я понял. А вон там, кого мы спасать будем сейчас? Кого, 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 кого? Нашего друга джедая. А, наш друг, точно. Мы сейчас его спасем и всех убьем. Я взорвал еще одну. Я пока монетки буду собирать, ладно? Ура! Я спас сам себя. Ух ты, смотри, опять эта синяя борода. Синяя борода. Уровень завершен. Анакин Скайуокер и Пад Геонезис. Новые наши друзья. И ЗПО. ЗПО. Вот. О. Джедай в конце собрал магнитиком все. Хоть заметно прибавилось. Так, дорогие друзья, на сегодня мы заканчиваем нашу прогулку по космосу. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте оставлять комментарии. С вами был Альберт и Вовчик. Всем пока.